Честно скажу, никогда мы не общались и в рэп-тусовке не вливались. Какие-то были маленькие периоды там, в жизни, там, месяц-два. Так мы все время практически особняком стояли. В первую очередь, потому что мы там не пьем спиртное и ничего не употребляем. Поэтому им с нами скучно, а нам с ними. Бывает, допустим, в Москву приезжаем, там, и есть там 2-3 дня свободных. И у нас бывает прям расписание там, по 6-7 клубов за вечер, просто проехать со всеми, поздороваться. Больше такие дипломатические визиты.